ჩვენ ვინა ვართ? ჩვენ იანას ბოზი დაქალები ვართ. ორას მეყოლე, პროფესიონალი ბოზები ვართ, რა არის ცოდი? გაცხადოთ მე გომი კარები შემეშა. მოიცა, მოიცა, სადით ესები. დაუშვა ქრისტეს მოხო. თვითონ ომში დაწყდა და აქც მაკაცებს მიგზავნის, არა? მერე რა როულობს რა მაგარი ტიპია? Друзья туманен, а и голове не пусто, как казалось. Дурные мысли есть, но самую малость. Эти глаза сведут меня с ума. Язычок вяжет, как хурма. Кушает тортик с крупненькой посуды. Пора бежать с минуты на минуту. Официант, счет давай-ка без сдачи. Но не напрасно же он тут сутками шачит. Бабочка на лихе вылетела с кафе. Она бежит по улочкам навстречу судьбе. Улыбаясь широко случайным прохожим, маленьким карапузом строя смешные рожи. Светлая душа открыта для всех. Дома или в гостях раздается звонкий смех. Создает тепло и уют в своем гнезде. Верно, я говорю о своей мечте. Порхай, бабочка моя, порхай. Краснеет щечки, уводит взгляд. Не любит пошлых шуточек моих ребят. Не похожа на тысячи тех стадных голов. Она счастливая, она не наблюдает часов. Холодные ладошки греют в моих руках. Я утону в ней полностью, словно в зыбучих песках. Культурная, не стыдно познакомить с мамой. Сказать уверенно: мама, это моя дама. Зимние вечера проводить, кувыркаясь в снегах. Потом бегом под одеяло в вязаных носках. Ведь мы люди простые, замерзли, согрелись. Согрелись друг другом я и моя прелесть. А время не стоит на месте, молча идет. С каждым годом быстрее, не задевая полет. И я влюблен в ее уста. Но, к сожалению, это всего лишь моя мечта. Порхай, бабочка моя, порхай. Бай-бай. Бай-бай. Порхай, бабочка моя, порхай.